Сейчас загружуся. Только не умри, как в прошлый раз у меня Диабло. У меня так Диабло умер. О, эти два пацана-то нового Зирату в команде. Ты сгружаешь, что? Угу. Это интересно. Умрет не... Умерла. Шикарно. Нол, подожгли, она сбежала, короче. Но далеко не ушла. Свеча горела. Свеча горела. Нова горит. Убийца плачет. Вы справа, слева, то есть. И что-то сейчас горит сентябрь? Да. Ага, ага. Ты в игре? Да. Вот, отлично. Это я кидаю. Наконец-то, наконец-то бомба взрываться начнет. Ты вот вовремя куда-то не туда бомбу кинул, короче. Вот сейчас нас примут здесь. Ай, блядь, ай, блядь. Ай, бля, лид. Беги нахуй. Даже не знаю, рваться нет. Опасно. Обосрал его, молодец. Что обосрал? Ух ты. И бомба. Ай, нет, туда пошел. Шикарно. Плюху. И это выберем. Тихо-тихо, Нова. Нова. Я уже бегал сегодня. А, еще умру тут нахуй. Это не настоящее? 50 хп, 50 хп. А мы клевые. На базу. Ах ты, ублюдок. Че там, наших взяли? Ну, под конец. Отстреляли. Шикарно. Ну, отстреляли. Так, теперь центр. Да, слышь, это мы все за один дрались. Да. Придем. Догоняем. Блин, тут Нова где-то рядом. Вот она. Я попал, но не убил. Ты что ж ты не успели такого? Да ну! Догоним. Не выйдет, а войдет запросто. Шикарно. Эх. Ох, как вовремя пламя подоспело. Я его чуть не потратил на этих статуй. А я ее увидел просто. Ну, в смысле, увидел, как он попал мне, и она из-за вышла. Ну да. Тун-туру-тун-туру-тун-ту-тун-туру-тун-ту-тун-тун-тун-тун. Кто там такой? Тун-тун. Я сегодня эту хуйню пил. Я просто... Как его... Вышел же фильм этот Крид. А-а-а. Я вот типа смотрел ночью. Я трейлер видел, где там вот курицы не те пошли. Да-да-да, что-то какие-то не быстрые на 4 курицы. Ты хочешь, чтобы я поймал курицу? Да, это очень сложно. Главное побыстрее такой. Старая школа такой. Догоняемся. Ой, зряха. Ой, зряха. Да-да-да, бежим. Блять. Да, сжег нас. А, это Зератун. Ой, Абатур нам даже убил скорее. Может быть. Ну, взял, молодец. Смотри, завалят ведь. И жук качество могут взять. Как он хилится, не пойму. Кто, Зера? Да. Там способность такая есть, что? Нет, никто. Видать, какая-то есть. За урон, наверное. Не видел я такого. Не, я видел частенько, что это... А, первая помощь, по-моему, у него скилл есть. Он же убийца. У него должна быть первая помощь. Не замечал. Хотя зачем ему вообще хилка-то? Ну, с его количеством хелов это почти полностью восполняет здоровье. Знаешь, я бы не сказал, что, например, часто умираю. Ай, ладно, не будем. Наспавнил жуков, блин. Жук. Взрывай.
Бежал. Я понадеялся. Ну, я про него и говорил, взрыв. Ой, хорошо. Да блин. Да блин. Суки. Эй, что за задержка? Суки-цуки. Не пойму. То ли оглушает нас, то ли задержка какая-то. Ай, не туда вам выкину. Сука, он под абатуром теперь. Смелый парень. Какая? Вот это настоящий, что ли? Да. Ой-ой-ой, какой, какой красивый. Давай же добьемся тут. Убил. А, вижу, он за убийство хилится. Толстячка давай вольем. Прям к нам просится. Зря ты прыгнул. Все, на храм. Да отстань, жучара. У нас ульта. Да. Морковки сварены, как говорилось в фильме. Как говорится, кадилы крутятся, лаваха мутится. Там нового под нами. Прям под нами, он бежит в углу. На, тварь. Наверх побежал. Есть. Это было очевидно. Я тебя потерял. В этом сверху огонь. Попу туда кинул. Никуда, никуда. Смотри, через нас решил бежать. Умно, умно. Ой-ой, этот. Я в стенку, что ли? Вообще неплохо. Вообще-то, я почему-то подумал, что она будет простреливать. Давай возьмем. О, всех возьмем. Эй, не успел я, блин. Включаю бег тебе. Ты где? Хер с ним. Догнали бы. Храм доберем. Да ладно. Да насрать. Сейчас пробегаем. Ух ты. Ну? Она стреляла, что ли, здесь? Да. Она в нас стреляла. А, не попал. Зря. Тебе надо в другую сторону это делать. А, это... И типа оббегать ее и... Да это понятно просто. Как я тебя бегу? Все, наши. Мы на 3 уровня побеждаем, но можно вообще не париться на самом деле. Это глянь, мы как траву насовали. Так мы сильнее, и здоровье у нас в раз в 5 больше, бля. Подозреваю, да. Гамбу. Взорви его, нахуй. Улетел в пропасть. Или у тебя нет? Я не заметил. Что нам подойти не дает. Оглушает. Ну-ну-ну, поймай меня. Слышь, мы тут стоим, ждем, сейчас, короче, сейчас придут. Это ты зря. Кстати, хорошая идея. А, оглушил. А, тетя. А, умрет сейчас. И ногу сбил. Тихо-тихо, уходи, уходи, там этот. Ой, он скорость ему дал. Сейчас бы этот. До нас три несется прям. Оп, оп, не попал, ладно. Да о ком вообще? Ну за нами этот, Кельтас бежал. Вон, вон он, вон он, вон он. На, получил все-таки. Чем ты его? Ну, плевком своим. Опять на 3 уровня. Так, щитов давай еще теперь. Шик наемником уже сходим. Давай, давненько. На чай с казинаками. Ну. Бомба пошла. Мы веселые медузы. Мы похожи на арбузы. Идите нахуй. Бомба. А, блин, тут еще марсианина еще раз пересматривал. Все-таки отличное кино. Это Спилберг? Он разве Спилберга? Он, по-моему, Ридли Скотта. По-моему, Спилберга. Нет. Я спорить не буду, но, блядь. Нет, это Ридли Скотт. Это знаешь, как типа я удивился, что этот... Кельтас один, смотри. Это прогулка Барри да. Зонненфельд или кого-то такого. То есть, который это снимал. Назад в будущее. То есть вообще было незаметно, так сказать. Ах, пожалел ульту. Попотрошу у нас такое. Ай! Ой! Да-да-да, прилетело. Приятно.
даже это урон почти не несет. Вот это уже пора сваливать, я думаю. Ну так. Для страсти. Ну да. Пошугали дебилов. Ой, привет, ублюдок. Парень, ты заебал им. Он может нас взять, да. Где-то так может. Просто он под абатуром еще. Да. Сука. Он бесит реально. Ой, они там схватили, возвращаемся. Ой-ой, ой-ой, там последние эти. Ой, говно. Ой-ой-ой. И это ты хорошо сделал, да. Бемс, ушли. А я и Кильтас рядом. А теперь всех остается. Не, он дамажит. Ой, тут новый еще просто. Да. Убил. Может, он его примет? Ушла. Я бы видеть. Может, зеркало сейчас заметит ее. Прочесывают такие местности. Тесно было, да. Тесно, слишком тесно. Ой. Мало. Берем. Шикарно. Да бомба пошла. Во, отлично. И поджечь. Блин. Сбил меня все. Урод. Сука. Сбил урод, сука. Бесит меня, тварь. А, чё я сделал? Блин. Что ты сделал? Не тупо. Под башенками не надо. Ой-ой, правда. А я глушу сейчас. Нормально. Отлично. А, бежим. Интересно, убежим? Мы просто еще. Нет, не убежим. Говно. Тебе надо было за домик прятаться, наверное. Слушай, вот это радиус у нее, серьезно. А где ты домик тут видишь? Ну вот этот внизу. Где? А, нет, там сквозь стену же летает, ты чё? Сука, обидно. Если бы там сквозь текстуры не проходило, там бы слишком просто было. Ой, я же хотел сказать первая смерть, она, кажется, не первая. И не последняя. Я прокачал херню какую-то. Ну, вряд ли это нас убило. Так, чё за херню-то? Ну, защита от магии. Пассивный? Ну, когда это огонь включаешь, она как бы не клевая. Ну что, убежит. Отлично. Да он что-то не торопился убегать. Ой, они решили два взять сразу. Че стоишь? А, перебить хотел? Ну да, может получилось. Не, друг. Без толку, блядь. Я их тут ожило уже. Ну так вторая линия пошла. Взрыв на поверхне. Мне нравится в крипов вот так влетать. Улетело, нет крипов. Ой, ты чё? Куда они делись? Ну, сдохли. А, время вышло. Ну, слишком близко на базе стоит. Походу. Сыт. Сыкат. Педиксон. Сурикат. Ну, если вы собирались тут стоять, давайте... продуктивно, что ли. Жука лучше. Блин. Нет, я хочу вот этого пидора валю. Меня бесит. Все хана. Нет. Может, выживет. Выжил. Под абатуром выжил. Уходи. Вот там бегает. Мраз. Он так не горит? Че встал? Да, надо. Не один.
О, догнал. Ну, погенить на них. Здоровье. Здоровье. Нет, ты чё? Зачем? Ну, они все равно нас догнали, вот и чё? И так убили. Я его, так я его и так бы убил. Да? Да. Я бы еще одних бы... У нас все мертвые. Я бы об них бы еще похилил что-нибудь нас. Ладно, храмов хоть нет. А как ты хилишь? Ну, вот это вот, плевки мои, если попадают. Ага. Они этот... щиты накладывают. Прикольно. Ну, хоть один храм. Я не босс, что ли? А, фу, я уж... не берут ли они сейчас босса ли? Нет. Я просто думаю, на 19 уровне можно и без кельта... А, ну понял. Они разбежались что-то. В кусте аж сидел, все было понятно. Че встал, мог уходить? Мы готовы? Мы всегда готовы. Ну, пойдет. Просто этого в первую очередь, как у меня надо валить. Он же задрал. Он вообще бесит. А потом трала. На втором месте по бесявости. Возвращаемся. Да ты тварь какая. Да ты в агонии, тварь. В последний момент прям сбил удар. Бомбу сейчас брошу туда. А, да ну. Да ты задрал сбивать все атаки мне. Ой, тут не один, уходи. Да, увольня. Суки. Поздно. Заметили. Да, подстава. И мы не отстреляли. И не отстреляем, походу, уже. Слушай, этот слив, ты не очень хорошо там, а что-то сдаем инициативку. Ну, вот ты что. Они отстреляли. Что-то они вроде в команде, а тупят коллективно. Они в команде? Да. Ай-яй-яй. Чё началось-то? Я там внизу крипов идет армия. Не наша. Ого. Ну не так уж и много. Это много. Ну, Рейнер сейчас. Может быть, придумает включить воодушевление, спасибо. Вот там никого нет уже. Че там у нас нет? Рад, что сверху он там. Пришли. Мы отставим на уровне, кстати, опасно уже. Защелкала мышечка, защелкала. Вот так. Куда все делись? Во-вторых, можем и обосраться, Аф. А мы не будем на троих лезть. Мы их пушпыняем просто слегка. Давай, 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 там ребята без нас. Отлично, а ей? Обе копии. Это наша новая? У нас новая есть? Ну да, я же говорю, новая из Зера вместе. Ай, мимо. Уходи, уходи, луч у нас. Уходи, включил. Чё? Чё у нас? Нормально ушли. Зератул выжил сейчас. Храм, да. О, мы навалили там им. От душинский. Храм, храм, храм. Да-да-да, я хилился.
Не в кусте ли ты присела? Там он этот. Ну я наверху. Да иди на. А, еще храм. Что я мажу-то? Блин, надо наверх идти. Рейнер, справишься. Такой оставь. Вон он, вон он. Он снизу пойдет, да? Сверху пошел. Хай. В смысле, они его сейчас загонят. А, убьют, убьют. Молодцы. На, урод. Урод. Вот и все. Юха. Говорят, все кончено. Говорят, да? Эль Канаро. Мистер Кавалера. 30 игр сыграно. Дали тебе опыт? В смысле, а куда его деваться, конечно, дали? 185 тысяч. Ты же вылетал. Ну, я в прошлый раз вылетал. Да? Ну, все дали. Че, Гал непобедимый? Правда, в этот раз ты больше набил. Правда, 4 раза победимый, ну ладно. А, или в прошлый раз тоже ты был. В прошлый раз я. Просто в сумме как раз у нас, да, больше всех. Нет, так ты один тоже набил, смотрю, в 2 раза больше, чем остальные. У нового осадной урон радует. 7 тысяч, а у тебя 79 тысяч. Ну так это бомбы. Эти плевки. Там как бы есть чего. Так я, наверное, спать все-таки. То Дед Мороз будет с мешками под глазами. С мешками под глазами? Да. Доставать из мешков под глазами подарки? Угу. Ну ладно, спокойный тогда. Давай.